Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему формировки виноградных рукавов на виноградном кусте, которому пошел третий год. В прошлом году мы сформировали два рукава, вот один и второй. Сейчас еще необходимо сформировать два рукава, чтобы почки равномерно хорошо развивались. Я так их пригнул, можно сказать, вот так прищепил вот такими крючками. Для чего? Сейчас мы увидим, для чего. В прошлом году я оставил побольше здесь почек. Сейчас отрезаю вот эти. Вот так. Раз отрезал. Здесь есть одна почка развивается. И еще раз тут отрежу. Вот так. Раз, еще раз отрезал. Вот этот сорт винограда я хочу просто размножить. Заранее здесь пролил водой. Штырем делаем вот такие углубления лунки. И сюда эти шеренки ставлю. Они будут развиваться. И маленечко их вот так уплотняем. Все. И сейчас идем в вторую сторону. То же самое сделаем. Но чтобы здесь сок не шел на почки, опять я его маленечко вот так прижму, чтобы сок капал вниз. А то будет все равно он заливать почку. Вот так. Вот видите, так я пристегнул. Две почки оставил здесь. И сейчас это у меня будет дополнительно еще два рукава. И здесь две почки мне надо оставить. Но здесь вот одна почка и вторая как отдаленно пошла. Ну что ж, придется и ее так оставить. Лишний просто я отрезаю. Можно не отрезать, если кто не желает. Можно почки эти просто выломать. Но так как этот сорт винограда ценный, поэтому мне охота его просто размножить. Я поэтому делаю еще один срез. Срез делаем от почки. Наискось вот так. Раз. И срезал. Нижнюю почку удаляю. И этот черенок ставлю тоже в землю. А вот этот побег прижимаю. Вот так все прижал. И так будет развиваться этот виноградный куст, которому третий год пошел. В этом году мы сформируем 4 рукава. На следующий год будет полноценный уже виноградный куст. С того времени, как сделали обрезку лишних почек на виноградных рукавах, прошло 2 недели. Вот так эти зеленые побеги дали рост за 2 недели. И давайте глянем, принялись ли новые эти посаженные черенки или нет. Вот наблюдаем. Из 3 2 пошли хорошо в рост. Показались листики. Один черенок что-то не пошел развиваться. Ну, ничего страшного. Но 2 пошли хорошо в рост. Так что вот таким способом можно делать размножение ценных виноградных кустов. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.